Вы читали докладную Рокоссовского по итогам осенней операции? Да, товарищ Сталин. Рокоссовский удивлен тем, что такой укрепленный город, как Гомель, был взят при сопротивлении немцев значительно меньше, чем мы предполагали. Этого следовало ожидать, товарищ Сталин. Следовало. Противник силен маневром, а здесь он не перебросил Гомелю ни одной дивизии. Значит, это наступление считал ложным, а основной удар ожидал на другом направлении. Совершенно верно. Вдоль Твины. Фактор неожиданности. Не только для немцев, но и для нас. Нечто подобное происходит и теперь на участке Первого Прибалтийского фронта. Ставка не ожидала, что партизаны смогут выполнить ту роль, которую им отводили десантному корпусу. Третья танковая армия противника лишена тыла. Удары партизан в тылу изматывают армию Рейнгарда физически и морально. Сейчас нам особенно важен каждый день жизни вашей зоны. Ставкой окончательно определено направление главного удара на летний период. Это будет белорусская операция. Группа Хорнера оказалась в окружении. Выходит, Хорнер попал в ловушку. Вполне возможно. Такова тактика партизан. Господин генерал, оперативная сводка. Извините, господин генерал, на проводе Полоцк. Спросите, в чем дело. Доложите мне. О, смотри, не наложи в штаны. Хорошо, хорошо. Идиот. Господин генерал, партизаны взорвали склад с горючим. Что? Только что получено сообщение, русские предприняли наступление на фронте в направлении Полоцка. Кроме того, активизировали действия соседние партизанские соединения. Они явно руководствуются единым планом. Теперь нет сомнений, что партизаны удерживают зону, нужную для Красной Армии, как плацдарм. Все решит танковый удар. Танковый удар? Когда? Если мы сегодня не можем двинуть ваши танки, бросим авиацию. Я буду просить фельдмаршала дополнительной эскадрильи. Горючее доставить сегодня же. Слушаюсь, господин генерал. Все так прекрасно было вчера, и все так скверно сегодня. До свидания. Через два часа.
За бригаду спасибо, Виктор. Я тогда сгоряча сразу ты не понял. Да-да. Благодарю. Закури, Горбун. Подарок самого Харнера. Чужие не курю. Воля твоя. Здорово, Алексей. Хороший тогда свечку заболел. Да и мы тут не зевали. Как, Горбунов? Удачная операция. Здоров. Здоров. Добрый день, Алеша. Они всем руку подают. Это что это так? Вот ты объясни мне, зачем ему отличного коня, когда хорошего достаточно? Я ему за его иноходца свою кобылу да 5 жеребцов отдаю. Не уступай. Нет, не уступает. Зря, Семен Иванович, уступи, по всаднику и конь. Уступлю, уступлю. По наследству. А что ты, Семен Иванович? Типун тебе на язык. Вопрос, конечно, животрепещущий, но... К сожалению, есть другие поважнее. Рассаживайтесь, товарищи. Мы оставили Рингарта без горючего. Но это еще не решение вопроса. Горючее привезут. Правда, мы выиграли время. Где танки? Сколько их? Когда они ударят? Кто ответит? Никто. Рейнгард замахнулся дубиной, а мы закрыли глаза, уши и ждем. Так? Сосед у меня был до войны. Все учил. Уши, говорит, на версту слышит. Глаза на 5 верст видит. А для ума расстояния нет. Вот ты идешь, говорит, по земле. На глаза, на уши надейся. А умом не плашай. Верно говорил мой сосед. А? Орлов, а? Да я эти танки... Найду. Везет же некоторым, а? Ну, как там Сашка? Нет, Сашки. Во как? Отозвали, что ли? Ничего удивительного. Такими парнями не бросаются. Сейчас, небось, опять в Сенинской зоне. Ты что? Где танки? Об этом знает слишком малый круг людей. Я в него не вхожу. Что же делать? Искать. Мы тебе документ справили. Будешь ходить по деревням. Зачем? Расспрашиваю людей. Только осторожно. Приглядывайся. Танки ни спички в карман не спрячешь. Я ее провожу. Не надо. Передохнуть хоть бы дали. Сейчас, сейчас тебе чаем согрею. Валентина Федоровна кричит: бегите,
а немец ее прикладом. И нас толкает шнель, шнель. Мы как побежали, а они стрелять. Страшно так было. Потом я ребят по лесу как грибы собирала. Забились по кустам. А детдом наш сожгли. Светлый был такой, чистый. Бедные мои детки. Я вот сейчас вас молочком покормлю, а потом хлебца дам. Какого хлебца, тёпленького? Что, Виктор? Понимаешь, взрыв кругом, дым, огонь. Мать моя, думаю, и вижу, она. Кто она, мать, что ли? Да не, девчонка, ну в точь-точь, какой представлял. Курносая. Ага. С грустными глазами. Ага. Слушай, ты откуда знаешь? Сам рассказывал. 6 раз уж. Ага. Ну да. Опять на зону. А теперь слушай. К аэродрому подойдешь, севернее Лепели вдоль гнилого болота. Все разведано, понял? Да. На самолеты с ружьем. О. Это что-то новое. Но что же делать? Сам ведь знаешь. Мы бессильны против них, когда они в воздухе. А на земле их пощипать можно. Так что ты меня уговариваешь? Приказано выполнить. На всякий случай. Командир! Командир! Да. Патрон красной меткой давай. Чего-чего? Красная метка.
долго стрелял. Пуля лететь, долго головой варить. Ошибки не будет. А, это он трассирующий просит. Слушай, все хотел узнать у тебя. Откуда ты родом? Москву знаешь? Ну? Сперва Москва, потом Урал, большой гора. Потом Тавала дойду. Еще 3 дня на оленях, и там рукой подать. О, далеко. А мы уходим еще дальше. Вернуться назад надежды мало. Из 100 10%. Кто не верит в эти 10, может остаться. Лично я хочу дойти до Берлина. Мы тоже. Что тоже? До Берлина. Погоди, Антон. Давай сюда. Мы догоним, командир. Догоним. Тайга пахнет. Скоро утка прилетит. На север. Много утка. Мой ребенок. Мое ружье теперь возьмет. На охоту. Пойдет. 10 уток. Стреляй. Мамка принесет. Мамка, кушай. Дед, кушай. Бабка, кушай. Большой ребенок. 9 годов. Держись, браток. Держись, друг. Будьте здесь. Я мигом. Должно же быть какое-нибудь жилье-то. Hier durchlaufen. Arschloch. Los, wir gehen wieder zurück. Handleiter, zurück. Richtig. Kalt hier. Na komm schon. Может, еще что? Слушай.
лес говорил. Под землей большая река есть. Верно. Есть подземные реки. Долго умирал. Не охрани гроб. Бери лодку. Ложи. Долго плывет подземные реки на север. Да ты что? Никак умирать собрался? Разве ж это дело? Ты крепись, я сейчас. Я сейчас. Хрен с ним, с немцем. Сейчас согрею, братка. Ты что, оглохла? Ты жив? Не нашла. Ты о чем, Алена? 15 деревень прошло. Все вот так. Спросить некого. Откуда? Залесья. Залесья. Сколько? Бульбы 2 мешка, 5 кило сала и 20 буханок хлеба. С какой деревни? Червоный Бор. Червоный Бор. Что? 40 буханок хлеба, 3 мешка бульбы и 0,5 мешка бураков. А внуков ты чем кормить будешь? Коровенка у нас, перебьемся. Спасибо, отец. За что спасибо? Не чужим отдаю. Леон Сидорович, и ты здесь. Ну, рад видеть. Здравствуйте, Сергей Сергеевич. Здравствуй, Леон Сидорович. Привез кое-что для наших партизан. Старуха моя травы разные собирает. Зверобой, бессмертник, подорожник там. От себя лично. Банку меда. До военного еще. Спасибо, спасибо, Леон Сидорович. Еще его благодарить, куркуля. Травки принес, расщедрился. А ты не учи меня. Молод еще. Ежели в политике не разбираешься, сиди тихонько. Видал. А что это вы не поделили? Да тут, Сергеич, и дел-то нет. Я, значит, 2 мешка пшеницы спрятал. Вот и не отдам. Хоть Гитлера меня назови. А что за пшеница? Отборная она, сортовая. Агроном наш оставил, наказал беречь пуще глаза. Да пшеница как пшеница. Ну вот, с дурнем что с бабой говорить? Отборная она, элитная. Какая-какая? Вот такая, что даже и не слыхал. Вот ты скажи, что в землю бросать будем? А ты, как комиссар, растолкуй ему. Темный он, хоть и инвалид. Леон Сидорович, да дело твое право. Ну, слыхал? Да слыхал, слыхал. Тебя не переспоришь. Видишь, какой он. Нет, а работник-то он хороший. Но вот это горизонту не хватает. Да. Sie bewachen den Wagen. Mann, schneller, schneller! Die Post zu verstecken! Jawohl! Und übersicht.
Жуткая местность. Для тревоги нет оснований, господин Группенфюрер. Я не доверил охрану вашим людям. Избавьте меня от вашей дерзости, генерал. Как ваши люди избавили меня от 12 самолетов? Завидная услуга партизанам. Не правда ли? Ваши дела кажутся не намного лучше. Господин генерал, доложите этому господину. Почему демаскируетесь? Мы вынуждены прогревать двигатели, иначе черт знает, что такое. Гуляйтер, обратите внимание. Разведка, трое скрылись. Упустили. У вас не нашлось солдат для облавы? Это провал. Все вокруг зоны облазили. Нигде нет и следа. Собрал ребят, сам пошел. Идем. Слышу, что такое? Что это карьер урчит? Подошли ближе, а там танки. Ну, тут нас немцы заметили, открыли адский огонь. Однако своими глазами видел. Три танка. Вот тебе и бронированный кулак. Мишка, а? Тихо. Помогай Бог, Степаныч. А? Бог в помощь, говорю. А? Ну, сказал Бог, чтоб ты помог. Эту партию надо будет отправить на перешейк. Все-таки думаете, там ударят? Да нет, я же говорю, своими глазами видел. Ударят по бригаде Горбунова. Три танка, говоришь? Сколько ж им надо горючего? А хрен его знает. Это уж не моя забота. А? Да-да. Помнишь рейд Погудалова? Зачем понадобилось Ренгарту столько горючего для трех танков? И зачем надо было держать горючее так далеко, в стороне от Орловского карьера? Это почему-то Орловского? Нужда в минах. Много их нужно. Может, дать помощников, Степаныч? Вы бы сами ушли отсюда. От греха подальше. Могут ударить в направлении Оброва. Это второй наиболее вероятный участок. Может, мне поехать туда? Там Калиновский. Это что же? Генерал меня вокруг пальца обвел? А? Так ведь... Не может такого быть. Аким Акимыч! Ты что же, во время боя прятаться собираешься или стрелять? Ну, как же? Ну, если стрелять, так хату нужно обкладывать мешками, а не сарай. Да. Проверь. Слушаю. Куда следуете? Вас не устраивает мой пропуск? Извольте отвечать на вопрос. Штаб генерала Рейнгарда. Откуда следуете? Об этом я не обязан докладывать. Проезжайте. Продолжайте патрулировать.
Что случилось, Карлыч? Только что в штаб Ренхарда приехал офицер в связи особой танковой части. Откуда? Из Уллы. Начнем. Левон Сидорович. Элитная. Скажи слово, комиссар. Ну что ж, доживем до жатвы, хлеборобы. Спасибо на добром слове. С Богом, мужики! Сергей Сергеевич, ну а как же мы? Что вы? Так ведь нам-то приказано минировать. Минируйте. А если не понадобится? Сами уберете. Так ведь я... Ну да. Начинай, ребята! Давай, давай. Гузей группа бронебойщиков. Но не уверен, что они продержатся до вечера. Да-да. Сейчас от него зависит, успеем ли мы укрепиться на перешейке. Мы бросили туда основные резервы. А если напрасно ждем танкового удара? Как напрасно? Ну, если нет никакой танковой группы. Не думаю. Так, перешейк заминирован. Понял? Понял? Алло. Алло, алло. Алло. Да тише вы. Алло. Алло, алло. Оборвалась связь, Гузей. Не знаю, что там произошло. Людей поубивало, считать боязно. Так и передай полковнику. На, спрячь хорошенько. Ты скажи Виктору Левоновичу, что стоять будем до самого смертного часу. Приказ выполним. Коль мы побежим, крышка. Всему партизанскому краю крышка, это я понимаю. Семенов! Я здесь. Скажи там, чтоб привели ворона. Есть. Поскачешь на нем? А коль я погибну, передашь коня Погудалову, просил уж больно. Ну, живи, сынок, до 100 лет. Thank you.
Александр. Перед нами враг. А там... там тысячи наших людей. А вот мы оказались посредине. Ну что ж, хлопцы, выполним наш воинский долг. Погудалов просит резерв. Немцы вклинились в оборону Коваленко. Возникла большая опасность на юге зоны. Бригада Горбунова сильно измотана. На сегодняшний день отбивает шестую атаку. На Оброву немцы двинули полк СС. Если Оброва падет, соседние бригады вынуждены будут отойти. Оброву держать. Тогда Горбунову нужны резервы. Горбунову решить задачу своими силами. Но Оброва удержать во что бы то ни стало. Терять времени. Если партизаны продержатся до вечера, завтра нам придется все начинать сначала. Однажды мы уже убедились в этом. Неужели? Не помню. Соедините меня с Уллой. Слушаюсь, господин генерал. Сообщите генералу, группа вышла на марш. Странно ведут себя немцы. По всей линии обороны наступило затишье. Основные силы мы сосредоточили на перешейке. А если ударят не там? Прошел отметку 7. Спасибо, Густав. Ты, как всегда, на высоте. Господин генерал, они прошли отметку 7. Хорошо. Что происходит, генерал? Пока ничего особенного. Незначительные бои на отдельных участках.
Что сообщает Коваленко? Немцы молчат. Сперлинг, данке. Данке, Фалке. Verstanden, Taube, verstanden. Понял вас, понял. Господин генерал, вся группа достигла цели. Группе поворот 90. Атаковать сходу. Внимание, внимание. Всем поворот 90. И марш в бой. Перешейке. Коваленко принял бой. Сейчас у партизан один путь отхода. Железные дороги? Да, возможность прорыва в северные леса. Пантелеймон Кадрович, в этом районе разведкой замечено скопление крупных сил. Естественно, Ренгард там и ждет прорыва. А лагун должен ударить в западном направлении, южнее озера Шо. Прорваться сквозь танковые порядки? Не слишком ли большой риск? В такой ситуации командиру нельзя отказать в праве на риск. Тем более фактор неожиданности. А это в нашем деле немаловажно. И потом, я знаю этих людей. Со многими из них я работал до войны. Они создавали, строили республику. И когда дело касается ее освобождения, эти люди не будут искать легких путей для себя. Патроны! Стой! Зачем? Куда вы меня несете? Слушай. Слушаю, Семен Ильич. Как они? Первые и третьи отряды отошли на вторую линию обороны. Жива, значит? Жива, бригада, Семен Ильич. Жива. Принимай командование. Ты-то что? Отвоевался я. Брось ерунду, Иваныч. Был ты у нас командиром, останешься им до конца. Стой! Иди к ним.
Выполняй. Пошли, ребят. Погоди-ка, хлопцы. Антон, береги себя. Не имеем мы с тобой права мать одну оставлять. Ты прости меня, дядя Сень, что батька тебя не звал. У тебя был отец. Ты меня вырастил. Живи долго, Антон. А вот матери скажи, что умер отец в полном сознании. Не мучился, скажи. Пусть она не плачет. Домовым вернусь. Скажи. Гузей погиб. Ознакомься. Что это? Из штаба фронта. Штаб фронта предлагает несколько выходов из создавшейся ситуации. И мы должны решить. Будем отходить на запад. Железной дороги? Да. Надо оторваться от танков. Эту задачу выполнят Короленко и Гусей. Бригада. Семен Иванович. Извините. Организация мирного населения. Поручаю тебе. И все-таки я должен сказать, мы идем на смертельный риск. Выполняйте приказ. Господин полковник, прибыл генерал Ренгард. Еще несколько таких боев, и группы танков не будет. К сожалению, это так. Продолжайте преследовать. Не теряйте время. Танкисты измучены. Я должен им дать отдых до утра. Тем более нет никаких сомнений, что впереди дорога заминирована. Я приказываю вперед. Куда? Умирать же, ядрёна мать. Умереть и тут можно. Верно? А? Молчит. Не мой, что ли? Целый день рядом идет и ни слова. Только мучит. А, по-моему, не все дома. Эко народищу-то. Будь моя воля, я бы повернул всех назад. Разнесли бы мы немцев. Слушай, ты... Помолчал. Звенишь всю дорогу. Это я так, для настроения. Знал я, что встречу. И точно. Ой, здравствуй. Я ж забыл тебе тогда сказать. Что? Антоном меня зовут, понимаешь? Как жив-здоров, орлы?
А тебя как зовут? Тоней. Я тебя больше не потеряю. Два раза повезло, третий может не повезти. Значит так, я держусь тебя, ты меня. Договорились? Смешной вы. Антон! Да не смешной я. Ты потом все поймешь. А вместе нам во как надо. В чем дело? Мины. И это на каждом шагу. Вся эта земля усеяна минами. Невероятный народ. Соберите местное население. Я уже отдал приказ. Извините, господа. Будете уничтожены все до одного. Жизнь вам будет дарована при одном условии. Вы должны пройти через минное поле. Вам понятно? Попробую. Идите. Все готово. Начинайте. Граждане мужики, соглашайтесь, пока не поздно. Вот немцы шутить не будут. Добром прошу, соглашайтесь. Но. Форек. Том! Стойте! Лука, Иван, Федор, Степан, Антон, Петр. Кузьма, Егор. Уходи!
ну погоди-ка. Хлопцы, ребятишки тут. Из огня вышли. Немцы детдом спалили. Надо бы их в тыл, а? Мужики, как? А? Утру 29 апреля 16 партизанских бригад Полоцко-Лепельской зоны численностью до 15 тысяч человек вели бои с 5 пехотными дивизиями противника общей численностью до 33 тысяч человек усиленных 86 танками и самоходными орудиями. В целях усиления боеспособности партизанских бригад белорусский штаб партизанского движения и наш фронт перебросил за период с 1 марта по 28 апреля 215 тонн боеприпасов и вывез из партизанского района 1500 раненых. Учитывая тяжелое, непрерывно ухудшающееся положение партизан, а также невозможность остановить наступающего противника, исчерпав при этом все способы и виды помощи, Военный совет фронта по согласованию с ЦК Компартии Белоруссии принял решение о выводе партизанских бригад и населения из района окружения. С этой целью 30 апреля дан приказ партизанским бригадам в ночь на 1 мая начать прорыв в западном направлении на участках к югу и северу от озера Шо. Передайте. Принять все необходимые меры для спасения мирного населения и вывода партизанских бригад в зону. Они выполнили свою задачу. Немцы ждут нас на железной дороге. Именно в этом направлении будет прорываться бригада Суровцева. Он отвлекает на себя противника, а мы с основными силами совершаем бросок в противоположном направлении. Впереди пойдут бригады Погудалова и Горбунова. С ранеными, как быть, их сотни? Я думаю, что нам удастся создать коридор и удержать его хотя бы сутки. Тогда будут спасены все. Прикрывать отход госпиталей остается бригада Рязанова. И Калиновский. Ну, дядь Петь. Пожалуй, это верно. С носилками в атаку не побежишь. Немцы оттеснили нас к дороге. За их спиной остался вакуум, бывшая территория нашей зоны. Мы должны прорвать кольцо и оказаться на левобережье Двины. Прорываться будем между Паперно и Новым селом. Слышь, Горбунов,
Помнишь, как я тебя тогда в горячке? Ты уж на меня не серчай. Такое зло делал. Да что ж ты правду тогда сказал? В 41-м я шел на Берлин под конвоем. Не один я шел, тысячи. С одним поговорил, с другим, с третьим. И вот уже не колонна пленных шла, а полк. Сегодня я с этими людьми иду в бой и верю в победу. Орлов, а? Пройдем к Ранину. Коней придется оставить. Слишком заметные мишени. Это ее-то. Тещу оставить. Приказы не обсуждают. Алексей. Да. Через 30 минут начинаете с Горбуновым прорыв. Понял. Сухомлин будет удерживать коридор. Ясно. Постарайтесь остаться живыми. Матери! Отцы, сестры, мы идем на прорыв. Без паники, организованно, по команде. Вы пойдете вперед. Там за Покерово. В прорыв пойдем. Лежи. От меня не отставай. Страшно. Да разве ж это страшно? Я вон сколько из тебя мальчишки-то дрался. Синяков не пересчитать. Чего дрался? Да дразнили тебя очень, разве не помнишь? Да я парнем потом тоже за тебя дрался. А парнем-то чего? Забыл Костусю сапоги подбить. Ты вот что, как побежим, я Костуся за руку возьму, а ты за ремень держишь, что ли? Ну, все-таки легче бежать-то. Вперед! Вперед! Леша! Леша! Вперед, Алеша! Thank you.
Июнь 44-го. Партизанские соединения Белоруссии вновь нанесли мощные удары по тыловым коммуникациям противника. Войска 1-го Прибалтийского, 1-го, 2-го и 3-го белорусских фронтов перешли в наступление. Это было началом операции по разгрому гитлеровской группы армий «Центр» и полному изгнанию врага с территории республики, вошедшей в историю под названием «Багратион». Случилось что, Виктор Леонович? Хозяин! Смотри. Хозяин!